В Люберцах водитель маршрутки номер 43, следовавший от поселка Октябрьский до станции метро Котельники, отказался вести женщину по социальной карте. Видео конфликта распространилось по интернету и стало предметом обсуждения в социальных сетях. После длительной словесной перепалки разъяренный мужчина заявил, что вообще не начнет движение, пока пассажирка не покинет общественный транспорт. Освободи машину! Я не освобожу машину! Освободи машину! Освободи машину! Освободи машину! Я не освобожу, поехали! Я тебе лично не отвезу, освободи машину! Водитель транспортной компании проходил стажировку. За хамство и отказ принимать проездной документ он был уволен. Это уже не первый подобный случай в Люберцах. В августе текущего года по той же причине рабочих мест лишились два водителя. Обо всех фактах нарушений правил перевозки пассажиров нужно незамедлительно сообщать в администрацию округа по телефонам, указанным на экране. Для оперативного принятия мер необходимо назвать государственный регистрационный номер транспортного средства, номер маршрута, дату, время и место нарушения.